Добро пожаловать на Велочебуратор ТВ. Лайв ТВ. Я даже не знаю, как назвать эту хрень, которую вы видите. Но, наверное, это ступеньки в космос. Или ступеньки из космоса. Вот идут ноги. Походу, транскосмические велочебураторные ноги. Они двигаются по ступенькам. В этой картинке... Да, я понял. В этой картинке очень большой смысл. Ты вроде идешь к своей заметной мечте, но в то же время стоишь на месте. Космос, энергия космоса, ноги двигает. Она... опять же возвращаемся к космическим дыркам. Откуда это исходит, ступеньки? Из космических дырки. Вы видите, да, появляется? Не надо думать, что все дырки страшные, темные. Эта дырка светлая. Это божественная дырка, из которой выходят ступени возможностей. Но человек идет, но в то же время стоит на месте. Это как на эскалаторе, да? Может быть, ты, человек, идешь не в ту сторону, и ты выбрал не те ступеньки, или тебе бежать надо быстрее? Кто бы сказал свой ответ на этот вопрос? Что вы лично видите в этой картинке? Ты идешь, ступеньки двигаются. Что за хрень?